Всем привет, дорогие друзья, с вами Бадди. Продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry 4. Это уже 96-я часть прохождения игры. И мы отправляемся с вами куда? Вот сюда. Не знаю, если честно, правильно я сделал. Отпустил Сабала или нет. Вот. Не знаю. Хрен знает, ребят. Твою мать, это третья тачка за неделю. Дикий леопард! Погнали. На конкурсе самый популярный лидер золотого пути выигрывает Сабал. Я удивлен. Я думал, у Амиты и ее опиумных денег больше шансов. С другой стороны, Сабал — это традиционные ценности. Зачем религия помогла этой стране? Что там интересно творится теперь? Дорога она не строит. А, хотя нет, строит, если есть травы. А если он ее зарезал? Надо построить пирамиду, парни, точно! Вот, блин. Сабал приходит к власти, и мы пропащаем всех, кто поддерживал вина. Бам! Не, ну реально. И поток туристов... Если он ее зарезал? Нет, ну конечно, придется нарушить пару-тройку прав человека. Ну и всем пофиг. Идея супер. Аджай, мы тебя ждем. Давай. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Будет трудно. Я слышала про Сабала. Как бы то ни было, за Амитой будущее Кирата. Нам пора ехать. Че, уже по крепости Пейгана? Спасибо за помощь в атаке. Ты отличный боец. Чё-то быстро. Я горд, что сражаюсь вместе с тобой. Спасибо за помощь в атаке. Ты отличный боец. А, понял. До этой крепости. Странно. Вы, ребят, слишком медленные, поэтому я обгоню вас. Говнюки. Что это вообще за крепость нахер? Обычное здание. Королевская крепость. Что? О боже. Да уж. Охеренная песня. Та-да-да-да-да-да-да-да. Ты
Лечимся. Так, все нормально. А, ту что ли? Спасибо за подсказку. С удовольствием. Как мне это сделать? Сейчас захватим двор. И все. Просто изи, изи. Так, тихо. Тварь, а? Скотина. Чё там нахрен должен заплатить? Вот тут должен захватить, да? А, вот захват идет, все нормально. Стоим, стоим. Так, вот здесь еще. Поднимемся. Идем на подлогу. И захват. Такой пушку реально очень легко. Очень легко. Арсенал теперь наш!
Изи. Так, это наш туалет теперь. Так, стоит с золотым путем. Окей. Враг хочет отбить крепость! Сражайтесь! Пейган, Пейган, Пейган. Лох. Что за хрень? А, тогда все понятно. Убью всех просто сейчас. Давай. Это все. Бред, я не знаю, где он. Да. Разнесите в хлам! Пейган, конец! Режиму свалите ее! Смерть Пейгану! Что? Бред. Что за бред, а? Аджай, ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это. Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота? Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось на нее базировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Прах к праху, выполнил. Еду в сторону дворца. Армия короля контратакует. Прибудем, как только сможем. Я за Пейганом. Уже так быстро за Пейганом? Да ладно.
быстро. Охереть. Так, давайте выполним мы это задание в следующей серии. На этом я заканчиваю. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Пишите комментарии. Всем пока. В следующей серии будем продолжать.